самая главная игра сезона, а значит и самая яркая! Финал, бой за металл, год позади, жарко в груди. Время взрывать, все поменять, страсть показать, золото взять. Поздно не сможем больше мы скрыть от вас истинных желаний своих. Вот и время отменить запреты, мы пойдем на все ради победы. Светлана, да вы, оказывается, лобода, да? Светик, что за эпатаж? Ты вообще в курсе, что нас приехал поддержать глава Республики Татарстан? Конечно. А еще министр культуры, образования и юстиции Татарстана. Так, ладно, ребятушки, собрались. Сегодня на нас смотрит весь Татарстан. Мы ни в коем случае не должны опозориться. Здесь кто-то сказал Костя Бутуса! Ребята, новости слыхали, боками Бузову ругали, Виду другую проморгали, и Галюстян запел. Хочу тебя любиться, вот так не говорится, в одежде надо учиться, из уха кровь сочится, уже пошел креститься. Костя! Михаил, не думал, что это скажу, но, пожалуйста, возвращайтесь в кино. Так. Костя, все, соберись. Это финал, серьезные соперники. Вон, борцы, например. Ой, да дрался я сейчас только что с ними в гримерке. Никакие они не борцы. Ногами меня били. Костя! Ладно, Татнефть, начинаем! Всех программ Первого канала в канун Нового года обязательно выходит новогодний выпуск. Не исключение и передача «Пусть говорят». Добрый вечер! Сегодня у нас в студии Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. И тема нашей программы – неполные семьи России. А расскажи, Снегурочка, как дела? Расскажи-ка, милая, где была твоя мать все это время? Да вы что? Нет у нее никакой матери. Встречайте, впервые на телевидении биологическая мама Снегурочки Марина Коновалова! Доченька, миленька, роднуленька, дай я тебя поцелую! Марина, ты чего приперлась? Я с доченькой хочу повидаться. Ты где все эти 20 лет была? Ну, я со своим сожителем Николаем в Москву приехала на заработки. Паспорт в снег уронила, его реагентами разъела. Да, что там разъела? Марина, не позорься! Папа, ты делаешь мне больно. Вы что, хотите, чтобы было как на Украине, а? А при чем здесь это? Я думал, эта фраза везде подходит, извините. Слово представителю органов опеки! Я лично считаю, что ребенка нужно вернуть матери! Николай? Коля, это ты? Это мой сожитель, блин! Мариночка! Ой, Коля, ты где был? Поклачу, дурак! Ну что за цирк, Снегурочка, пойдем отсюда! Я не пойду! Я хочу остаться с мамой. С Мариной Коноваловой? С этой алкоголичкой? Со мной? Счастье-то как... Есть люди, которые очень много работают даже в канун Нового года. Итак, представьте, 31 декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Дмитрия Нагиева. Слушай, может, разбудим его, а? А то уже второй час ждем, пока аккумулятор сядет. Дмитрий, просыпайтесь! А? Что? Ты кто? С вами все в порядке? С нами все в порядке. А я один еду. Так вы что, пьяный? Тысяча. Вы нам взятку предлагаете?
1000 корпоративов у меня было за последние 3 дня. Так, из машины выходим! Да-да, сейчас, ребятки, очки надену и все, и сразу. Ну что это? Дмитрий! Так, что у вас в прицепе? В каком прицепе? Блин, говорил же на карту переводить. Вот не понимаю, зачем люди так много работы берут вообще? Да затем же, зачем и вы здесь 31 декабря на морозе стоите. Не могу от денег отказаться. Так давай в отделение его. Да, подожди, ребятишки, может это, чик-чирик, договоримся. Иди машину посмотри. Понял. Другое дело, праздник. Ну вы столько. Хрена себе у тебя тарифище. А хлебалище не треснище, а? Так вы что себе позволяете, а? Слышь, у него тут на панели фотографии Эрнста. Руки убрал, у каждого свои иконки. И ты тоже, ну хватит меня теребонькать. Так все, давай его на 15 суток забираем. Да откуда у вас такие деньги, с ума сошли? Так все. Подожди, ладно, сейчас пойду. Дай куртку надену. Или это шапка? Блин, я запутался. Так, все, пошлите. Ого! Кость, ты меня не бросил, я тебя не бросил. Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра. Внимание на экран. Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. Владимир Путин выступил с новогодней речью 6 часов и 2 минуты назад. Такая вот новость. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На всю Россию сейчас 2 трезвых человека. Как прокомментировали сами ребята, не-не, спасибо, мы лучше пораньше спать ляжем. Конец цитаты. Далее на Первом канале тупо дофига мультиков. Валер, не спим. На этом пока все. В студии был Максим Шарафутдинов. В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю, до встречи 8 января. Вы знаете, сегодня сбылась наша мечта. Мы играем в финале высшей лиги в Крокус-Сити-Холле. Но мы считаем, что сегодня должны сбываться мечты не только КВНщиков. Ребята, заводите Доминика Джокера. Доминик, вы готовы? Сейчас исполнится то, о чем вы так давно мечтали. Вы вернете меня в 2003-й? Ребята, развяжите ему глаза. Сейчас еще один Джокер с ума сойдет. Я вам... Это что? Крокус? Так вот он какой изнутри. А я его с МКАДа видел просто. А сколько их здесь? 6000 человек. 6000. Раз. Не считайте, это правда, Доминик, не считайте. Знаете, у нас для вас сюрприз. Сейчас с этой сцены вы можете спеть свою песню. Свою? Могу. Да ну, волнуйся. Если ты со мной, я могу дышать. Если ты со мной, жива моя душа. Каждый новый год для тебя открой. Как я долго этого ждал. Спасибо вам, братуль. Спасибо. Со мной, спасибо, родные мои. Спасибо.
всех возможных вариантов. Я век не забуду. Друзья, для вас пел Александр Бреславский. Это кто? Доминик, это вы. Доминик, спасибо огромное. На самом деле, мало какой артист в наше время обладает таким уровнем самоиронии. А сейчас на Первом канале вы можете прорекламировать свой ближайший концерт. Пожалуйста. Крокус, с вами было круто! Может быть, альбом выходит, нет? Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Может быть, песня новая? И Рождество! В общем, это был Доминик Джокер. Сборная «Татнефти». Мечты должны сбываться.